Много раз я сожалел о словах, которые произносили уста мои. Но о молчании я не жалел никогда. Я Евгений Кузин, и я вернулся. Всем привет! В общем, сегодня я хочу начать эксперимент по схеме таблицы подтягиваний, которая рассчитана на 30 недель. И к 30 неделе я должен буду подтягиваться около 30 раз за раз. Я вообще никогда не подтягивался. Я, можно сказать, даже не умею подтягиваться. Я новичок в этом деле, ну, со школьных времен. И вот я нашел в интернете вот такую схему подтягиваний. То есть первая неделя тут вот расписано подходы. 5 подходов, 6 раз, 5, 5, 4, 3... Всего 23 раза. И с каждой недели я буду увеличивать. И вот, к 30 неделе мои показатели должны быть в первом подходе 26 раз. Это вообще, я считаю, для меня вообще это нереально. Я не знаю, будет у меня получаться, как я подтягиваюсь. Я сейчас покажу, какой у меня турник. У меня такой домашний, я не знаю, я не всегда буду дома. Иногда буду на улице. Вот, такой обычный турник. Еще что хочу сказать по подтягиваниям, я вот там вычитал, ну и так это помогает для хвата, у меня есть эспандеры разные, потому что могут мышцы еще, вы можете еще находиться в силах, силы есть, а именно из-за того, что ослаб хват, у вас разгинаются пальцы, вы можете только из-за этого прекратить упражнение. И для усиления нужно висеть на двух руках, там минуту, допустим, на каждой руке по очереди, просто вот обычным висом. Также перебирая, можно лазить, вот, и, как говорится, усиливать хват. Также вот на таких вот, на улицах вот у нас там есть, я тоже буду этим заниматься. Я все снимать не буду, вот, эти видео будут выходить у меня по неделям, то есть вот, допустим, эксперимент подтягиваний там, или большой, я не знаю, как назову, там неделя один, может, я вторую там пропущу, там неделя три уже там будет, и показатели я буду это все фиксировать. В общем, остаемся, смотрим, проверим схему, как бы проведем такое испытание, стоит ее пробовать или нет. Все, поехали, будем двигаться. Итак, первый подход. 6 раз. Вот, вы видели, я еле-еле подтянулся 6 раз. Еле-еле. Поэтому все честно, без обмана. Еще у меня 4 подхода осталось. Второй подход. 5 раз. Еле-еле, душа в теле. О, старость не в радость. Вот, в общем... Хват, видели какой? Средний, буду все так делать, именно таким хватом. Фух, не знаю, пока думаю, буду как заниматься. Это первая неделя, то есть сегодня, чтобы я число запомнил, 26 июля. Так, значит, сегодня у нас, по-моему, да, сегодня у нас вторник. То есть до следующего вторника я буду делать эту схему. Вот. Эту неделю я снимать не буду. Ну и помимо подтягиваний, я не знаю, буду. Я буду еще заниматься просто с гантелями, на брусья ходить. Чисто уже первым у меня каждый день. Ну не каждый, а когда я буду именно заниматься первую неделю. Приоритетом, пока этот эксперимент идет, будет подтягивание. Вот. А остальные уже там, это как бы вторым. Сейчас задача испытать схему, врет нам интернет и составитель вот этих таблиц. Там написано, что из любого, ну, такого, как я, необычного, ну, нетренированного человека, может он подтягиваться 26 раз. Я не знаю, хватит ли у меня вообще терпения, но насколько хватит, вы это все будете
как бы видеть. В общем, сейчас я делаю третий подход еще 5 раз, потом четвертый подход 4 раза и пятый подход 3 раза. Но это я уж снимать не буду, потому что, ну, это я доделал, что тут это неинтересно. В общем, теперь увидимся на следующей неделе на нашем эксперименте. Давайте, ребята, всем, короче, успехов в труде и спорте. Пока!